Привет всем! Сегодня у меня будет этакий обзор, ну, на который у меня поступали запросы. Это обзор вот такой вот, скажем так, с подручной штучки, на которую я вешаю на край дивана, потому что я вышиваю на диванчике небольшом от фирмы DMC, которую я купила. Я за нее заплатила, по-моему, 24 доллара или 27 долларов, я точно не помню. Но, честно говоря, потому что я сама шила раньше в Украине, я шила себе сама вещи, то я могу сказать, что такую вещицу ее достаточно легко пошить. Я не думаю, что будут какие-то проблемы. И я сказала, что если кого-то будет интересовать, я могу дать, допустим, размеры этой вещи. И там, собственно говоря, можно сообразить, как и что пошить. Я считаю, что в течение пару часов подобная вещь может быть сделана. Значит, я отлеплю от нее вот эту штучку. И начну я, значит, для начала с самой подушечки. Фу, да, подушечки. С самой размеров самой основной ткани, которая используется для этого органайзера. То есть я буду мерить сантиметром. Но опять же таки, здесь Канада, и иногда все то, что шьется в Америке, оно будет в размере в инчах. Поэтому давайте посмотрим, какой размер ее идет, если кто-то хочет пошить. От самого края, вот здесь вот ровно 12 инчей, да, это будет 30 с половиной сантиметров на, так, меряем ее вдоль, на 20 инчей или 51 сантиметр. То есть 30 с половиной на 51. И потом, конечно же, когда вы шьете, если вы шьете сами вещи, вы знаете, что нужно еще учитывать припуски на швы. То есть приблизительно 5 миллиметров или 1 сантиметр, все зависит от того, кто как шьет. Вот этот органайзер, он пошит из такой, как бы, мне кажется, она имеет клеенчатую основу. Вот если я выверну, вы видите, что здесь она белая, да? И эта основа как бы клеенчатая такая, да? То есть я так понимаю, что можно, в принципе, если и нет такой клеенчатой основы, можно использовать и флизелин, да? Есть флизелин, который прекрасно гладится, наглаживается на ткань, что делает ее более прочный. Вот здесь пришито небольшой кусочек велкроу. Велкроу — это у нас, как она называется, липучка. Здесь вот пуговка. Кто знает, зачем пуговка, объясните. Я ее пока не приспособила. И вот такая подобная защелка. Я думаю, что она предназначена для того, чтобы вешать органайзеры с нитками на нее. И вот такие вот круглые, да, есть металлические круги, на них вешаются нитки. Я думаю, она для него. Для чего пуговица, пока не сообразила. Если кто-то знает, то напишите. То есть величина вот этих двух кармашков, то есть вот как пошито. Здесь, значит, сделан один большой карман, вот так вот один большой карман, а вот эти, которые сверху на нее нашита ткань, они прострочены, вот сделаны здесь два кармашка. Значит, естественно, ширина у нее будет такая же, мы уже мерили 30,5 сантиметров, и величина, не величина, вот эта вот ширина вот этих кармашков, давайте их вот здесь вот положим. Величина самого большого 6 инчей, а в нашем это будет 15,5 сантиметров, и меньшего кармана это 14 сантиметров. И они, вот эти две части, не вместе с основой, а вот эти две части, они прострочены посередине для того, чтобы как бы они держались вместе. Если честно говорить, я пока не приспособила, что ложить в этот большой карман. В маленьком кармашке у меня, как вы видели, у меня лежали обычные маркеры, с помощью которых я размечаю свою канву. Я их пока туда положила. Много органайзеров у меня пока, организации пока у меня нет, нечего организовать, скажем так. Я еще пока только начинаю свою вышивальную деятельность в Канаде. Опять-таки начинаю. Вот. И второй карман у меня будет величиной. Здесь 7,5 инчи получается, но у нас где-то 19 с половиной, даже не 19 с половиной, чуть меньше сантиметров. Вот. И второй карман — это сплошной карман, который просто нашитый. Ну и, естественно, тоже такая вот подушечка для ниточек. Здесь пришита вторая часть велкро, которая с крючочками, и величина подушки будет 11 сантиметров на, давайте померяем сейчас еще раз, на 11 сантиметров, то есть она квадратненькая. Вот, шьется она очень легко, как вы видите, вот здесь они прошили только два раза вот по бокам, да, потом вывернули, здесь просто снаружи застрочили, очевидно, положили что-то мягкое вовнутрь, и вот она таким образом лепится и держится. То есть, собственно говоря, органайзер очень-очень простой, я считаю, что можно пошить самим. Я не считаю, что он стоит тех 20 там
4 или 7 долларов. Вопрос состоял лишь только в том, что мне он сэкономил время. Как говорят, время – деньги, да? Потому что я работаю очень много, и для меня вот сидеть еще и шить, что бы то ни было, это было бы для меня, наверное, все-таки лишние траты времени. Поэтому я предпочла заплатить. Ну и что, что там есть вот эта вот вышивка от DMC, да, вот здесь вот что-то написано Creative World. Creative World переводится как create, это создавать что-то, да, мир, в котором вы можете что-то создавать. Ну и что, что вот есть вот эта нашивка, даже если нет, собственно говоря, от переменных мест слагаем их сумма не меняется, да, по своей сути. То есть вы можете сделать себе точно такой же хороший органайзер, если вы вышиваете на кресле или еще где-то, чтобы под боком он был. Мне кажется, что даже можно еще больше навихрачить вот здесь вот кармашка всяких разных, может быть, даже еще здесь помельче можно сделать вот такие вот кармашки для каких-то мелких вещей, для ножниц, там еще для чего-то, я не знаю. Ну, мне вот такой вот пока подходит организации, пока у меня там не очень много во всем этом. Ну, вот так вот мне нравится. Оно висит сбоку, мне нравится. Иногда я туда что-то ложу, вот втыкаю иголочки в эту подушку, да. Следующим моим заходом, что я хотела купить, я смотрю, у девчонок есть органайзеры от фирмы Пака. Я пошла на наш Amazon канадский. Там они стоят около, по-моему, 40 долларов один. Что-то он, ну, вообще душиловка редкая, конечно. Что-то цену они гнут капитальную. Ну, ничего не поделаешь, видать, придется мне заказать, потому что я считаю, что если я буду вышивать, то, естественно, мне стоит вложить деньги и в это тоже, потому что чем больше картин, вот у меня, вы видели, есть обзор картин, этот мой ангел, да, вот ангел меня просто переклинило, что это ангел, и все, хоть и тресни, хотя на самом деле девочки мне уже объяснили, что это от фирмы Мирабелла, по-моему, Титания зовут, и вот все, меня переклинило, и все, хоть и тресни, для меня это ангел, вот что там увидела, то увидела, вот, и вот Восточная красавица я заказала, вот у меня эти две вышивки есть, я считаю, что ниток там предостаточно, поэтому мне нужен будет органайзер от Пака, закажу, получу, покажу, что получили, все расскажу. Вот. А сейчас, пока вот я сделала такой обзор вот этой вот органайзера такого от DMC, я считаю, что он простой, как валенок. Собственно говоря, пошить его можно минут за 20. Красиво, организованно и все остальное. Надеюсь, вам этот обзор помог или поможет. То есть, может быть, вы даже что-то лучше еще и больше сообразите, чем сам DMC продал, скажем так, вот в таком варианте. Так что вот такое дело. Я надеюсь, вам обзор помог. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока-пока.